Так, мы пришли на пляж. Но ночная съемка плохая. Как видимость? Видимость плохая у нас здесь. На камеру, наверное, будет плохая. Поэтому переходим на Лерин iPhone. Музыка орет у нас, вообще красота. Все, переходим на съемку Леркиным телефоном. Сейчас мы занырнем, мы недолго сейчас. А водичка тепленькая, еще ночью еще лучше вода стала. Было. Ой, Санька. О, не, пап, хорошо видно. О, видно, да? Да. И луну видно, и даже звезды видно. Да, такой это у меня крутой телефон. О, тюлени выходят на берег. Выползают. Как водичка? Лера, вообще водичка класс. Ночью, вообще кайф. Хотя еще не ночь, всего 10 часов вечера. Выходишь и кажется. Здесь, кстати, темнее намного раньше, чем у нас в Барнауле. Потому что здесь горы. Здесь юг южнее. А вон спутник летит. В Таиланде, Вера. В Таиланде. 6 часов солнце встает, и 6 часов вечера солнце заходит. 12 часов в день, 12 часов ночи. Ну давай, комментируй. Ой, чего комментировать-то? Все, поплавали. Отлично все. Ну вот и все. Наш очередной. Расскажи, как у меня ухо сгорело. Наш очередной денек на курорте Бухтарма подошел к концу. Все было классно сегодня. Сегодня был настоящий all-inclusive у нас. Наши друзья готовили. Мы съездили, затарились, поели, выпили. Все шикарно. И у нас было все по-настоящему включено. Да, Андрюха, спасибо Андрюхе за плов. Да, он нам очень плов вообще был шикарный. Покушали. Я с утра сделал гречку вкусную с мясом. Поэтому всем желаем того же. Сами кормимся и даже... И сами пьем, и сами наливаем от этого удовольствие. Пляж у нас рядышком. Поэтому желаем всем того же самого. И быть добру, и не быть в войне, ребят. Это самое главное. Все, и вообще всем... скажи, что какие могут быть в 21 веке границы? Все должно быть свободно. Мы за мир без границ. Все люди все. Мира, да? Это экстренный выход на связь. Тихо. Мы идем на дискотеку. Если это видео выйдет в эфир, то значит мы вернулись. Это бомба будет. Это будет бомба, да. Сейчас посмотрим, что за дискотека здесь. Нифига небо какое. Я пошла искать. Я тебе про то и говорю, смотри. Смотри. Вообще. Звездная, призвездная. Вон она, большая медведица, да. А вон, смотри, эти звездные, которые, как они называются, много маленьких звездочек. Вот это ништяк. Пошлите, выйдем там где-то. Тут надо где фонаря нет? Потемнее, да. Пойдем. Вот он. Так, мы до дискотеки-то дойдем, нет, сегодня. Тут ярче звезды. Конечно. Наша цель дойти до дискотеки и потанцевать там еще. О, Лерка, надо было свет давно включить. Надо, идем, и ни хрена не видно вообще. Так, хоть видно, куда идти. Сейчас, нет, мы выйдем, я здесь отключу, то эти мошки врезаются. Все, ладно, включимся уже на дискотеке. Короче, это не дискотека, это люди просто балдеют у нас. Поэтому мы так же сюда и пришли. Мы сейчас туда, потом, может, придем. Сейчас придем. Да мы до магазина. Леха. Максим. Лера. Лера. Пойдемте к нам. А мы сейчас ходим до магазина и вернемся. Леха. Андрей. Максим, Андрей. О. Пошлите, заходите. Вы откуда? Да мы с Глубокого. Это откуда? Где-то? Андрюха, это из команды. Из Алшкомна. Ну, из команды Глубокого. Андрюха у нас местный, а мы с Барнаула. А? Ну вот видишь. У меня братан, блядь, Новосибирь, блядь. А мы идем на музыку, думаем, дискотека. Да, дискотека у нас. Заходите, Андрюха, Лера, заходите. Максим, ну пошли, зайдем оккупаться. Вот так вот встретили друзей, так что мы... А почему лето? Конечно! Вот мы и попали на дискотеку.
можно быть. Федерико Феллини, дайте лучшую роль богине. Роберто Барминальдине, очень простую роль богине. Федерико Феллини, этой богине. Дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на льдине. Хочет самую роль, как и мне. Как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на льдине. Хочет самую роль, как и мне. Как Федерико Феллини. Все свои, здесь все свои. Папа, где куча суши? А? Куча суши. Что, правда куча, думаю? Куча. О, а обалдеть, думаю. Смотри. Ух, ты моя Женька. Я думал, жена. Жена спит. Заходите на мой канал на Ютубе, посмотрите потом. А ты зачем снимаешь все? Я блогер. Ты блогер? Да. Макс, идем на разрыв! Да после вообще! Казахстан гуляет восточный! Казахстан forever! Все, решили, пока не поздно ротироваться отсюда, да, Лера? Потому что что-то у местных начались какие-то разборочки на почве межличностных отношений. Там у них непонятно, кто жена, кто не жена. Что-то не со всеми обнимаются, короче. Все-таки добрые ребята здесь в Казахстане живут. Они из села Глубокого, да? Как его звать, парня-то этого, я забыл даже. Алехин. Леха Алехин, по-моему, он сказал. Леха, да? Леха Алехин, если ты смотришь, что привет тебе огромный. Я надеюсь, ты тоже запомнил, как меня зовут, и посмотрел это видео. Поэтому еще раз привет всем казахстанцам, гостеприимные ребята. Но пить надо меньше, бухать надо меньше, потому что это к добру не доводит. Да, что как-то так. А небо у нас такое звездное.